На фоне протеста в Гонконге в пятницу прошла инаугурация сторонника Пекина Хуэя Цена в качестве главы исполнительной власти в Макао, известном своим игорным бизнесом. Церемония прошла в день 20-й годовщины перехода Макао под суверенитет Китая. Макао, бывшая португальская колония, сегодня, как и Гонконг, управляется в рамках концепции «одна страна, две системы». Важность соблюдения этого принципа, а также неприемлемость иностранного вмешательства в дела двух специальных административных районов страны, отметил председатель КНР Си Цзиньпин. Его слова вызвали бурные аплодисменты. В то же время оппозиция в Гонконге подвергает резкой критике эту систему управления, обвиняя Китай в ущемлении гражданских прав и свобод местных жителей.